Всем привет! Сегодня у меня пакет-сюрприз от Avon. Сейчас вместе с вами его откроем, посмотрим, что там есть. Это уже второй раз я такое заказываю. И очень интересно. Так, убираю с экрана, чтобы не показывать. И буду по одному доставать. Так, первый товар. Little Black Dress. Ага. Что это у нас? Водичка, надеюсь. Было бы хорошо, потому что я ее люблю. Посмотрите, какой объемчик. Вода туалетная Little Black Dress. Обожаю ее, между прочим. Ой, какой запах. Так, я уже рада. То есть уже пакетик этот почти себя купил. Так, первый товар. Дальше. Дальше лак вот такой. Марк Гель Шайн. Ножницами. Откроем, посмотрим. Хоть я такими, конечно, не пользуюсь, но может когда-нибудь пригодится. Кстати, не показала цвет. Номер цвета. Вот такой. Такой голубенький. У меня такого еще нет. У меня уже несколько таких лаков из этой серии. Я, конечно, пользуюсь больше гель-лаками, но пусть будет. Следующий товар. Следующий товар. Вот такая вот пилка-терка. Ну, хорошо. Это тоже, думаю, полезная вещь для педикюра. Так, продолжаем. Следующий товар. Так, это что у нас? Вижу сразу, что для лица и тела нежная защита. Водоустойчивая формула. Солнцезащитный увлажняющий лосьон для лица и тела. Ну, может быть, соберемся летом на море, пригодится. Давайте посмотрим. Но такой посылки еще я ни у кого, у девочек не видела. SPF 50. Ну, пусть будет, пригодится. Скоро лето, поэтому, думаю, нужная тоже вещь. Следующий. Вот такой увлажняющий лосьон-кондиционер для тела. Смываемый, увлажняющий. Ну, наверное, что-то типа геля с маслом семян миндаля. Подходит для чувствительной кожи. Протестирован на аллергенность. Не содержит парабены и красители. Для сухой и очень сухой кожи. Большой такой внушительный объемчик. 250 миллилитров. Ну, очень хорошо тоже. То есть для всего. Так, и последний товар из этого пакетика. Все, тут пусто. Вот такая вот тушь для ресниц. Avon True Super Shock. Черный цвет. Отлично. Я считаю, отличный сюрприз. Отличный пакет-сюрприз. Мне очень понравился. Вот так вот. Всем спасибо за просмотр. Всего хорошего и до новых встреч.